Так, вот мы в мастерской. Вот два кивочка с креплениями. Вот типа удилище. Кончик. Вот так все будет. Быстро вставили. И наш боковой кивочек уже на удилище. Опа, снимем. И вот кивочки без креплений. Все, сейчас будем все делать. Для изготовления наших кивков нам понадобится. Заехал до пацанов, занимаются макулатурой. Старый блокнотик, но уже без бумаги. Ну, это я делал. И получается обыкновенная папка. Из-под файлов тоже у них взял. То есть возьмите вот такое количество. Вам хватит на всех ваших друзей и вам. И может быть даже на продажу, не знаю. Все, начинаем делать. Вот весь нехитрый инструмент, который нам понадобится. Канцелярский ножик. Линеечка. Опа. Обыкновенная. Ножницы. Да, еще понадобится нам вот такой вот провод, для используется в машине для колонок. Меряем 8,5 так и 4,1 так. Не знаю, сколько квадратов. Нашел кусок. Буду на рынке, спрошу, как, ну, какой получается. Какое сечение? Ну, вам не надо, я померил. Примерно найдите такой. Все, начинаем делать. Берем нашу линейку, берем кусок папки. Режу на кафеле, на старом. Примерно отмеряем 2 миллиметра. Линеечку продавили. Опа! Одна вышла полосочка. И еще примерно так же само, 2 миллиметра. Опа. Все, у нас две заготовочки для кивков. Берем из блокнота красную такую страничку. Раз. Тоже на два кивка. И две полосочки. Так же само с блокнота берем и желтую. Так же самое отрезаем пару полосок шириной 2 миллиметра. Рез. Первая часть марлезонского балета готова. Сейчас берем дальше наш провод, разрезаем. Ну, нам из него нужно достать. Там проволока медная. Вот так продели. Опа. И серединку. Все, снимаем. Стягивается. На два кивка нам хватит. Вот такой. Теперь вот эту силиконовую трубочку вытянули там. Проводки, которые остались. Нам на наш боковой кивок проходных колец надо 3 штучки на 1, то есть на 2 надо 6. Отрезаем где-то миллиметра по 3. 6 кусочков. Так. Еще один. Все. То, что осталось, вот у нас будет на краю нашего бокового кивка. Еще надо отрезать одну короткую полосочку, дабы у нас были, ну, типа стопорки. Сейчас покажу. Опа.
И эту полосочку нужно нам нарезать на вот такие вот кусочки. Все, теперь начинаем собирать наш боковой кивок. Берем ножнички и одну сторону отрезаем. Вот так было, чтобы у нас заостренность. И одеваем на нашу силиконовую, на наши силиконовые кусочки от кабеля. Один надели, теперь берем желтую из папки полосочку, тоже делаем острячок, продеваем сюда. Чуть-чуть назад. То есть это будет у нас как ребро жесткости. Поправляем. Здесь тоже делаем на стричок. Одеваем вторую. Наш монтаж. Плотненько входит, то есть никуда оно не денется, как говорится, никуда она не денется, если она разденется. Все это делаем чуть-чуть покороче и так же само на стричок. Одеваем третье наше ребро жесткости. С таким боковым кивочком вы сможете рыбачить и на тяжелые мормыхи, и на легкие. То есть универсальный боковой кивок. Все сделали. И здесь подрезаем. Тоже на стричок. Дабы одеть сюда нашу третье наше заводное кольцо. Все получается, наш боковой кивок почти уже готов. Теперь можно сказать, берем кончик и сюда одеваем вот такую длинную. Здесь тоже делаем острячок. Внимательно смотрим, чтобы все наши проходные кольца и здесь были в одной плоскости. Опа, все. Вот так вот получилось. Теперь зачем я делал эти черненькие кусочки? Мы край нашего хлыстика стопорим, то есть засовываем снизу, снаружи. И еще один такой же самый кусочек берем. Засовываем сверху. Ну, изнутри, можно так сказать, нашего кивка. Все, застопорили. Получается, край уже при всем желании не вырвать. Все. Наш боковой кивочек готов с разгрузочкой. То есть, уменьшив или увеличив количество наших таких полосочек, вы можете рыбачить на любые веса. Ну а сейчас мы с вами будем наши боковые кривочки делать крепления вот такие, без заморочек.
быстро, все просто. Делаем. Нам понадобится термоклей для клеевого пистолета. Сейчас быстренько все мы забабахаем. Все обрезал. Ну, сантиметр где-то я отрезал. Сейчас два штучки отрежу. Два. Крепление быстрых сделаем. Все, шуруповерт. Сверлим. Получается, у меня толщина сверла, которая подходит под кончик вашего, ну, хлыстика на удилище. Все, сверлим продольно. Это в это отверстие у нас будет входить наш кончик нашего удилища. То есть вот так засовывайте, входит плотно, все крепится. Опа. Теперь меняем сверло на толще. И сверлом чуть потолще делаем перпендикулярно нашему первому отверстию. И еще одно. В это отверстие мы будем вставлять наш боковой кивок. Все, отверстие сделали. Берем наш кивочек. Вставляем. Опа. Входит плотно. Что значит хорошо? Так. Ставили, и теперь так же само стопорим обрезочком с одной стороны, сверху обрезаем, и с другой стороны снизу. Вот вам и крепление бокового кивка нашего готово. Все сделал. Вот наш хлыстик, кончик нашего удилища. Все уходит плотно, то есть, и вот так у нас все выглядит. Сейчас мормыху протестим наше удилище. Так, вот такой вот 1,6 тройничок. Сейчас заведу и покажу, как работает мой боковой кивок. Все, вот наш боковой кивочек без нагрузки. Наша пирамидка 1,6 грамма. Нагружаем наш кивочек. Все работает. То есть все быстро снимается плотно и быстро монтируется. Ну что, вот так вот все получилось. Еще раз скажу, делали мы боковые кивочки старого блокнота и папки для файлов, крепили на клеевой на клей для клеевого пистолета. Все, вот такие вот кивки. Скоро сколько будем рыбачить на боковой кивок.